Доброе раннее утро. 27 сентября. Ну, понятно, что гелениум в это время еще цветет. Но чтобы вербейник зацвел в конце сентября, это просто удивительно. Готовлю сырнички из творога, который мы привезли из Крыма. Да, Крым я буду вспоминать очень долго. Как мы проезжали с Сашей станицы, хутора, все по Шолохову, казачество. Видели казачек, казаков в их национальной одежде. Сегодня очень-очень много дел. Говорят, что к вечеру пойдет наконец-то долгожданный дождь. И в выходные будет дождливо. Поэтому все нужно сегодня успеть до дождя. Какой ветер ты сегодня! Дождь нагонишь? Знаю, что не очень красиво, но выхода нет, поскольку у меня земля плывет каждую весну. К спиреям подсыпала землю, а также опилки и поставила ограждение, чтобы к весне, ну вернее так скажем, за зиму, земля не расплылась. Весной я сниму именно здесь. Грядки не буду, а здесь я понимаю, что это не очень красиво. Но приходится приспосабливаться. Пора браться за хосты. У меня их чуть больше 20. 4 я уже отдала. На другую клумбу. Слышала разные мнения, что нужно оставлять хосты до весны. Ну, якобы они сейчас там напитываются. Там. Ну, в общем, короче, важно очень. А я вам хочу сказать, что я весной, когда приезжаю, я не могу смотреть на это унылое зрелище. Ну, многие говорят, возьми грабельки, просто програбь их и все. А мне сейчас хочется еще приезжать в октябре, еще приезжать в ноябре. И видеть, ну, пустое место, да, но зато ухоженное. Сейчас такое очень-очень печальное зрелище. И я могу принимать осень любую. Желтую, красную, бордовую. Ну, кроме хост. Ведь сама по себе осень яркая, а хосты очень печально выглядят. А вот, к примеру, она просто ложится. И совсем-совсем не грустно. Почему я так долго говорю о хостах? Это один из моих самых любимых цветов. Ну, конечно, хосты – это же цветы, потому что как они красиво колокольчиками фиолетовыми и белыми цветут. И именно сейчас они навевают у меня грусть. Ну, просто реально осеннюю грусть. Поэтому все скашиваю, чтобы не было этой грусти. Здесь я завезла землю, тоже нужно раскидать. Божечки! Это такая красота. И пока еще не завяли, я ведь хотела вам показать. Я в прошлый раз не показывала, конечно. На одной веточке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А там еще 10. На одной ветке 10 соцветий.
Ну, разве это не шикарно? Разве это так не трогательно? Ну, еще постоят. Если заморозков не будет, то точно где-то до... Я так планирую, до 10 октября. Вот как я и сказала, так и будет. Всего одну веточку подарить. И целые вазы цветов. Урожай собран, он последний уже в этом году. Маленькие тыковки, ну прям совсем-совсем маленькие. Удивительное дело, лето шикарное, может быть, воды не хватило, потому что тыква у меня росла, ну, кто помнит, я их сажала в эти автомобильные покрышки. Помните Булгакова «Собачье сердце»? Свезло, так свезло. Мне тоже, как той собаке, повезло. Целая машина опилок. И не просто опилок, а здесь как бы с землей тоже мульчи. Так что я так довольна вообще в этот год. Все для меня. И земля, и мульча. И сейчас я хосту помульчирую немного на следующий год. Сейчас я вам покажу, какие трещины. Ну, что показывать? Все же знают, да? Смотрите, вон они, трещины какие. Сушь стоит, как в том мультфильме. Идет, грядет великая сушь. Да. Я практически уже все свои яблони, сливы обработала, замульчировала. Так что пользуюсь такой благосклонностью, что мне привезли столько много мульчи за так. Лилии. Все уже замульчировала. Так, дорожка пока у меня еще в песке. С одной стороны, все-таки она шикарна. Осенняя стоит такая красавица, да? И такой сильный ветер. Ладно, сейчас подниму тебя. Нет, нужно точно до дождя все попилить. Ой-ой-ой. Эх, надует. Неспокойно, как неспокойно.
немножко осталось. И все-таки он пошел. Нужно успеть до сильного дождя. Прям вот чуть-чуть. Минут 15. Самое время попариться. Правда? О, чалик там чихает. Успела. Все-таки я успела напилить маленькими досочками на растопку. Все успела. Вы знаете, я все-таки жалею, что я рано слила бассейн. Было время, что он у меня стоял. Тогда еще круглый у меня был бассейн. Он у меня стоял, ну, еще весь сентябрь. Какой-то был очень теплый сентябрь. Ну, естественно, не как сейчас. Тем не менее, парились, купались. Сидишь, как у костра. Долгожданный дождь. Сколько же его не было? Мне кажется, месяца полтора. Но месяц-то уж точно. Такой тихий-тихий дождь. А шумел-то, как ветер. Думала, осенняя гроза будет. Вот теперь стою после баньки и слушаю дождь.